Юмор ФМ. Так, Ром, раз заговорили про шипение, давай я сейчас втяну тебя в авантюрку в такую. Проверим, насколько хорошо ты знаешь крики других животных. О! Все очень просто. Я тебе включаю крик, ты... Кто это был? Это Як в брачный период. Это Галыгин. Галыгин. Ну, суслик, кстати, да, еще тот. Все очень просто. Слышишь звук какого-то животного, попробуй угадай, кто это. Поехали. Гар. Верно! Обитатель африканских джунглей. Ну, это музыкальный инструмент вообще. Это, кстати, да. А музыкальный инструмент такой тоже есть. Бразильский. Пиу-пиу. Тоже называется, кстати, начинается на букву Г. Да ладно. Да. Кстати, что за животное сейчас изобразил? Это примат. На букву Г. Гамадрила? Гар, в принципе, да, примат на букву Г. Гибон это был. Гибон, так кричит гибон, да, теперь вы знаете. А ты Габой имел в виду, да? А я Габой, да. А я Габой же, я по матери. Я же к вам Габой приехал. Со вчера Габой. Вообще. Так, давай еще один звук послушаем. Лучше уже не будет. Давай, пока. Так, давай еще один звук послушаем. Жираф. Откуда ты знаешь? Это реально жираф, да, я был уверен, что ты догадаешься. Человек под деревом жил месяц, скажу. С ними в обнимку. У меня аж пятно вот здесь. Еще один звучок. Ну, это какая-то птица. Да, у которой гайморит, по-моему. Кстати, да, Гар тоже не в курсе. Кормящая. Кормящая птица. Вообще по звуку подходит. Птенцов кормит, знаешь? Да-да-да. Вообще подходит по звуку, но нет, это даже не птица. Ага, тогда павлин. Не птица. Не птица, Ром. Страус. Мейн-кун. Нет, не птица. Мейн-кун? Ну, тогда... А можно еще разок? Да, конечно, сейчас. Три секундочки. Ну, похоже на птицу. Очень похоже на птицу. А за пародию дают баллы какие-то? Да. Тебе один. Да, но в другой передаче. Так, любят эвкалипт эти животные. Ну, это ленивец. Конечно. Ну, нет. Ну, еще есть. Ну, Куала? На букву коала. Коала, точно. Да, точно. Отлично. Шикарно. Справились, разобрались. Так радуюсь, как будто угадал. Так, ну и самое простое напоследок. Ну, пума. Кинокомпания Better Golden Bayer. Представляет. Лев, да. Ну, конечно. Ну, в принципе, Роман молодец, да, справился. Я думаю, хорош, да. Хорош, да. Я думаю, нет, что... Рома точно вообще, как он жирафа угадал. Кстати, мы сейчас как будто в реабилитационном центре. Рома жирафа угадал. И музыкальный инструмент. На Юмор ФМ.